Здравствуйте, все зрители моего канала. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня я получила заказ Faberlic по каталогу 16. Заказ небольшой, но то, что получила, я вам сейчас покажу. Во-первых, я заказала себе порошок. Вот как-то уже не могу я без этого порошка обходиться. Нравится мне, что он очень экономный, и мне надолго его хватает. Взяла аромат «Альпийские луга». Для белых большинства цветных тканей. Биоразлагаем, не содержит фосфатов, не вызывает аллергии. И номер здесь, если найду, я вам скажу. Да, масса здесь 800 грамм, но это соответствует как бы 3 килограммам обычного порошка. А вот где номер? А номера не вижу. Но я напишу обязательно под видео. Так, артикул 3 единички 73. Вот такой красивый порошок. Решила я попробовать универсальное концентрированное средство для кухонных поверхностей. Я брала для полов. Для полов мне очень нравится. С удовольствием добавляю в воду, когда мою полы. Потом источает пол аромат. Аромат этого средства. Я не могу сказать, что он блестит очень пол. Но у меня обыкновенные полы покрашенные. Вот. Но запах такой свежести, очень вкусный. И вот я решила взять такое средство для кухонных поверхностей. Удаляет жир и грязь с различных кухонных поверхностей, столешниц, фартуков, глянцевых фасадов, холодильников и ИСВ-печей. Так, и номер здесь 11218. Концентрированное универсальное средство. Создано специально для эффективного удаления жира и грязи. Вот такое. Вы знаете, вот, похоже, очень густое. Очень густое средство. Это хорошо. Также я взяла кондиционер для белья. Ультракондиционер с аромакапсулами. Смягчает белье, облегчает процесс глажения, придает белью аромат и утренней свежести. Номер здесь 11038. Так, а какое тут... Так, какой же тут аромат? Приятный аромат свежести и... Не вижу, не вижу, что тут добавлено, что за аромат не написано. Только написано, что придает пушистость полотенцам, мягкость постельному белью и любимой одежде, тонкое благоухание. Давайте-ка я понюхаю его. Ну, честно говоря, аромат мне не очень понравился. Может быть, потому что я люблю очень аромат зеленого Е. Вот там мне аромат очень нравится. Ну ладно, попробуем. Вроде такая свежесть какая-то, но не поняла, что за цветики здесь. Для своей приятельницы, которая в магазинчике работает и часто пользуется утюжком таким на колесиках, который разглаживает белье. И вещи, которые она привозит на продажу, она заказала вот такой вот спрей и попросила заказать еще несколько бутылочек, но это уже будет в следующем у меня заказе. Облегчает глажение белья, защищает волокна ткани от термального повреждения, придает приятный аромат. Номер здесь 11285. Это спрей новинка. Ну, хочу понюхать тоже. Узнать, какой же здесь аромат. Аромат очень нежный, но не знаю, что за аромат. Конечно, не аромат духов, просто какой-то свежести. И еще одна знакомая попросила заказать ей вот такие вот губки. Не губки, а мочалки, наверное.
Вот такие две в упаковочке. Номер 11573. Эффективное очищение. Губки для мытья посуды. У меня тоже такие есть. Я с удовольствием ими пользуюсь, потому что иногда бывает так, что как пригорит в кастрюльке кашка, то никак ее не очистить обыкновенной мягкой губкой. То такие – это просто спасение, такие вот губочки. Они достаточно жесткие. Я думаю, что очень хорошо будут чистить. Также я взяла две краски. Одна краска вот такая вот, 18050, интенсивный осветлитель для волос. Взяла в запас. Ну, думаю, не знаю, когда она мне пригодится, но думаю, пусть будет. Значит, технология Ultra Blonde эффективно удаляет цветовые пигменты внутри волоса, гарантируя превосходный блонд, обеспечивает увлажнение, кондиционирование и защиту кожи головы. Масло амлы и масло маринги здесь. Вот и окрасилась, волосы хорошо окрашиваются очень и не пересушенные, прекрасно. Там кондиционер и краска находится в этой коробочке. И еще я решила попробовать вот такую вот краску, новенькую, Ботаника. 1101. Называется «Белый цветок». Здесь есть в составе репейное масло, которое питает и укрепляет корни волос, препятствуя их выпадению, защищает волосяной стержень от повреждений. Масло крапивы увлажняет, питает волосы, возвращает волосам мягкость, здоровое сияние. Алоэ вера защищает кожу головы во время окрашивания, обладает восстанавливающим действием. И фитокератин проникает в глубокие слои волос, восстанавливает его, возвращает волосам силу, блеск и эластичность. Написано очень красиво. Формула стойкой крем-краски обогащена натуральными маслами и фитокератином. Так, здесь так же, как и во всех остальных красках, находится тюбик вот такой. Вот такой вот флакончик и бальзам-ополаскиватель. И так, перчаточки. Но как краситься, здесь придется разорвать коробочку для того, чтобы почитать. Отдельной инструкции здесь нету. Все написано на коробке. Вот и все мои заказы на сегодняшний день. Также я получила каталог, вот такой вот красивый каталог, посмотрите, какая красота. Здесь новый аромат представлен. Встречай Новый год с новым ультрамодным ароматом. Так, аромат цветочно-фруктовый, увайолет называется, увайолет. И здесь лилия, лиловая фрезия, пурпурная магнолия и ежевика в составе. Даже не знаю, что и сказать. Думаю, что это не мой будет аромат. Каталог я вам потом обязательно полистаю, когда сама уже посмотрю немножечко. Ну, а на сегодня все. Вот такой вот у меня заказик был. С вами была Галина.